И немного о погоде. В начале мая в столице Дагестана ожидается теплая погода с температурой воздуха до 25 градусов тепла. Температура воды в море также повысится до 18 градусов. Лишь местами по городу прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Также будет отмечаться ветреная погода до 5-10 метров в секунду. Больше всего погода радует туристов. Согласно данным сервиса для планирования путешествий OneToTrip, Махачкала вошла в десятку самых популярных направлений для путешествий на майские праздники у жителей России. Температуры довольно-таки высокие, не 30 градусов, но в пределах 22-23. Ночные 14-15 и слабый ветер. Осадков в целом мае месяце ожидается в Махачкале меньше нормы. Температура к концу месяца повысится почти до 30 градусов. Ночные температуры 15-17. То есть условия махачкомфортные. Температура морской воды сегодня, например, 15 градусов. Для людей, которые уже крепко здоровы, можно купаться. Ну, в целом мае оно повысится, где-то после 20 мая составит от 19 до 20 градусов.